Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить пиццу на закваске. Эта пицца невероятно легкая в приготовлении. Судите сами. Сначала нам нужно приготовить закваску. Это будет основа для пиццы. Вечером, перед тем, как лечь спать, выкладываем 2-3 столовых ложки закваски стартера в емкость, где будет созревать закваска для пиццы. Добавляем сюда 200 мл воды комнатной температуры. Перемешиваем до однородности, пока закваска полностью не соединится с водой. Выкладываем в разведенную закваску 200 грамм просеянной белой пшеничной муки. Опять все хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой, оставляем созревать до утра, до момента вашего пробуждения. Пока вы спали, закваска для пиццы созревала, и к моменту вашего пробуждения у вас уже готова вот такая вот белая, пушистая, вся в пузырьках, приятно пахнущая закваска, на которой вы будете готовить пиццу. Добавляем в заквасочную смесь 2 куриных яйца средних размеров, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 20 грамм любого растительного рафинированного масла. Я добавляю оливковое масло. Все очень хорошо перемешиваем. Когда тесто при перемешивании станет однородным, пусть оно немного отдохнет, а мы в это время будем готовить начинку для пиццы. У 3 средних хорошо промытых помидоров вырезаем плодоножки, а затем нарезаем их на небольшие кусочки. Отправляем эти нарезанные кусочки помидоров в чашу блендера. Измельчаем кусочки помидоров блендером на самой высокой скорости. Добавляем 1 чайную ложку сушеного молотого сладкого красного перца паприку. Добавляем соли по вкусу. Здесь нужно быть осторожным, чтобы пицца не получилась пересоленной. С помощью погружного блендера все это хорошо перемешиваем. 150 грамм твердого сыра натираем на крупной терке. Отдохнувшее тесто выкладываем на сковороду. Для выпечки этой пиццы желательно использовать чугунную сковороду или сковороду с очень толстым дном. Сверху на тесто выкладываем начинку для пиццы, равномерно распределяя ее по всей поверхности теста. Сначала выкладываем измельченные помидоры, затем несколько щепоток сушеного молотого орегано и в последнюю очередь тертый сыр. Кто-то любит больше сыра, кто-то меньше. Это на ваш вкус. Выпекаем пиццу в предварительно разогретой до 200 градусов по Цельсию духовке 20-30 минут. В зависимости от того, какую пиццу вы хотите, менее прожаренную или более прожаренную. Готовую пиццу выставляем на решетку в той посуде, в которой она выпекалась, и даем ей несколько минут остыть. Затем пиццу выкладываем на блюдо и специальным ножом нарезаем на порционные куски. Пока пицца выпекалась, вы переделали все необходимые дела перед выходом на работу. И теперь вам осталось позавтракать этой сытной, вкусной, ароматной пиццей, которая создаст вам хорошее настроение на весь день. Ведь не зря говорят, как начнешь день, так его и закончишь. Приятного аппетита, всем удачи!